Это планер под названием «Мечта». Самолет АК-1 перевозил двух пассажиров. 1924 год выпуска. Это самолет Як-12. Перевозил трех пассажиров. Первый полет состоялся в 1947 году. Самолет Ту-2 или По-2. Учебно-тренировочный. 1927 года выпуска. Сельскохозяйственный самолет 1973 года выпуска. М-15 Бельфигор польского производства. Самолет Ан-14 «Пчелка», 1958 год выпуска. Перевозил 6-7 пассажиров. Маленький вертолет Ми-1. Самолет Ант-4, 1925 года выпуска. Единственный в мире сохранившийся экземпляр. Эксплуатировался в северных районах страны. Самолет Ту-144, 1968 года выпуска. Перевозил 150 пассажиров и развел скорость 2500 километров в час. Ил-28, военный самолет 1948 года выпуска. Развивал скорость 950 километров в час. Чехословацкий самолет Л-29 «Дельфин», 1959 года выпуска. Ан-2, 1947 года выпуска. Это самый большой одномоторный биплан в мире. В этом музее много интересной и редкой авиационной техники.